Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем. Ну что же, нужно спускаться в подвал. Там вроде как последняя часть собаки. Ну вот той, которую нужно собрать. О, можно музяку послушать, если бы пластинка была. Так, еще что, я выложила монеты и ту часть. Ну если что, все равно пойдем записываться. Ну, чтобы местечко было у меня. Вообще, конечно, слотов маловато. Вот такое ощущение, что мы должны найти еще какой-то подсумок, потому что вот здесь внизу, вот ниже, до записи травы, как будто бы еще должно быть, да? Количество слотов. Может быть, у нас получится найти что-то типа там... Не знаю. Так. Погнали. Ну, я так чувствую, в подвале много будет этой дряни, потому что прям тут все уделано этим. Так. Ненавижу подвалы в ужастиках. Так. Угу. Ну, понятно. Здесь их будет много, видимо. Это похоже, они в подвале все обитают. Еще такое ощущение, что он за поворотом. Какое-то кряхтение. Так. На потолке вроде нет никого. Да. Что-то шарашится кто-то, по-моему. Жутко. Ну, если что, побегу обратно. Все, я поняла тебя. Так, если что, тут есть куда отступать. Давай. В голову. Не получается, в голову. Беги. Да кто ты? Чтоб тебя... О! Фу! Так, у нас очень плохо с патронами. Если их здесь будет много, вот этих вот товарищей, и он еще почему-то очень быстро за мной перемещается. Он не выглядит скоростным. Такой в развалочку как бы ходит. Да? Еще один. О! Тихо! Беги! Ой, беги ты! Надо! Ух, гад такой! Перезаряжайся! О-о-о. Ребята, 7 патронов! 7! Патронов осталось. Это очень мало. Да. Так, и что здесь? Все что-то очень весело, да, морг? Да, прекрасно. Так. Трупики. Трупики, пожалуйста, не уставайте, порох. Блин, закрой дверь. Закрой к черту дверь. Ой. Почему все так страшно? Здесь почему-то нет нифига. Что-то на стене. Лукас. Я поймал парня, который все пытался сбежать. Запер его в левой печи для кремации. В левой, ага. Так что теперь ему не выбраться. Вытащи его, как будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто... Запомни 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь. 3. Сильный эпоксид. Сильный эпоксид. Блин. Что так у меня все плохо как-то? У меня есть сильный эпоксид, который нужно смешать с порохом. Улучшенные пистолетные патроны. Так, и в того 17.
Ну, по 7 где-то, у кого по 7-10, да, сколько я трачу на них? Черт. Мало. Мне нужно еще. Что там сменить? Сменить. ЛТ. Подожди. А, вот. Так. 3А. Что-то и печаток руки, это посередине. Трэвис. Ага, Трэвис вот здесь. Ну, он, видимо, готов. Что-то, блин, мне придется его убить. Лара, тут, подожди, 2А, отпечаток руки. Здесь 1А. 1А. Здесь ничего не написано. Тамара. 3А. Логично, я что-то боюсь открывать. Ага. Ой, почему вы мне сохраняшечку-то не даете? Ну давай. Это по всему готов. Ух ты какой! Отойди! Да я ж тебя сильными мочу. Все. Очуметь. Очуметь. У меня такое ощущение, что у меня повышен уровень сложности. Почему 10 патронов понадобилось на тебя, тварь, а? Мне так никаких патронов не хватит. Надеюсь, у тебя что-то ценное было. Ключ от секционной. Ой. Так, весело. То есть, ну, максимум я сейчас завалю еще одного. Это прямо мой максимум. А если их здесь много, то все. Заперто с другой стороны. Так, а у меня карты-то нет, да? Зона обработки. Хо-хо-хо. Раздобудьте дробовик. Вот что мне нужно. Что? Так, здесь еще какая-то дверь. Это? Давай, открывай. Подожди. А, нет, это он так поворачивает. Так. Вы отперли это. Ой-ой-ой. Что как-то... Подожди, это я по кругу, что ли, обошла, да? Ага, это наверх. Блин, кто там опять дышит? Это была закрытая дверь. Знаешь что, пошли, возьмем еще хилку. К сожалению, у меня нет патронов. Так все плохо, да? Ой, плохо-плохо. Мне бы дробовичок на этих тварей. То ли я рано туда пошла, то ли не знаю. У меня только сильная хилка. Как все плохо, да? Сильная аптечка и все. Плохо. Плохо. 7 патронов, сильная аптечка и все. Это очень плохо. А вроде в доме все осматриваю. Не знаю, блин. Вроде осматриваем все. Так, ладно. Это мы отприли. То есть здесь теперь стало короче обходить, да? Угу. О, там, кстати, ключ какой-то. Так, ладно. О, патроны, патроны, патроны. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Так. Перезаряжайся сразу. Мало, но хоть на том спасибо. Я, кажется, ключ вижу, или что это, какая-то дрянь торчит. Яйца или мешки, не знаю. На что похоже? Ценная фотография. Окей. Ценная фотка. Это отмычка. Что, наконец? Не надо. А, ключ со скорпионом. Все. Есть ключ. Я пока дальше не пойду. Я так поняла, вас здесь много.
Ой, нет. Беги, чтоб тебя. Беги. Быстрее. Ой, нет. Ой, нет. Ну ладно, одним будет меньше. Блин, только аптечку придется потратить. Ну а что делать? Опять же, дробовик не тратить. Он или потерял меня? Ничего. Ой, ню-ню-ню-ню-ню. Ню-ню-ню, ню-ню-ню. Беги! Ага. Кыш отсюда. Так, все. Отошел. Господи, я надеюсь, он не припрется. И дед сейчас не припрется, потому что мне плохо, у меня мало аптечек. Вот оно. Есть. Подожди, клюй же. Ну, где? Он что, так вот не умеет, да? Сам применять. Так, я снова здесь. Я в центре. Одна башка от собаки есть у нас. Ух, так, все спокойно. Карта. У меня есть еще наверху же скорпиошки, да? Тут змея, там тоже змея на первом этаже. Так, а наверху тут две змеи, еще скорпион в комнату бабушки. Угу. Комнату бабушки скорпиошка. Хорошо. Ладно. Пошли тогда. Я надеюсь, что у бабушки куча травы. Бабушки ведь любят лечиться. Может быть, она запаслась аптечками. Так, здесь змея. Подожди. Ага. То есть обойти надо. Потом зайти в комнату отдыха. Не, мы можем и тут пройти. По-моему. Так, пока тихо. Нет, там дед встал. Вы что, издеваетесь? Так, подожди. Пошла сохраниться или что делать-то? Я не знаю, что делать, там дед стал. Что делать? Он ведь меня умотает сейчас. Ой, ненавижу. I hate you. У меня со здоровьем, ты видишь, какая проблема. Ой. У меня нет выбора. Так. Мне туда как раз. В комнату бабушки. Где он там? Сейчас встал вот здесь. Блин. Ага. Привет. Да-да. Да ты лечись! На! Вставай! Дед! Дед! Ой, упади, пожалуйста, на низ. На низ. Он за мной не упадет? Ой, со здоровьем проблема. Слушайте. Мне не получается в голову-то еще прицелиться. И в панике, потому что страшно. Ну, там опять, да? Фиг его знает. Вон. Гад такой. Он хотя бы из комнаты вышел. Давай, 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 давай. Класс. Так, закрой, пожалуйста. Сломанный дробовик. Да,
Да. Это что? Дедушкина челюсть? Что это такое? Зачем она нам? Как же я устал гонять этих говняков по двору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Вот они и спрятали. Давай прятать их в этих местах. Стоячие часы в общей комнате мы забрали. Книга в гостиной забрали, секционная в подвале. Там третья голова. Недостаточно места. Да ты шутишь. Да ты шутишь. Аптечка и эпоксид. Да вы чё? Вы серьезно? Вы сейчас прям серьезно, да? Аптечка и эпоксид. Дорогая миссис Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы – это какие-то грибковые образования. Похоже, это какой-то вид плесени. В голове плесень, всю жизнь, да? Галлюцинации и потусторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этими образованиями. Если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите. Приходите в больницу сразу, как прочтете это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Так. Значит, у нас здесь аптечка и гипоксид. А что у меня лишнее? Фотка. Фотка. А еще у меня есть отмычка. Блин, ее бы применить где-нибудь, а? Фух. Страшно до жути. Так, осмотреть. Вращать. Что это? Камин вроде как, да? Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Интересное что-то спрятано. Так, подожди. А как нам ее кверх ногами посмотреть? Ну-ка. Какие-то штуки. Над камином. Ладно, я ничего не поняла. Что мне интересно. Пошли попробуем. Это. Ё-моё. Отвали, ты отвали! Всё. Сдохни. Да сдохни ты. Да почему так-то? Последний патрон! Ой, господи, а? Боже. Как он меня заколебал. Все, по идее, сюда он не должен идти. А, нет. Может. Ну все, ребята. Ой, грохнет меня. Я истратила на него столько патронов. Ну это нереально. Ты чё такой бессмертный-то, а? Ну нереально. Вон он. Мне хилиться нечем. Да я знаю. Если что, ноги порежем ему. Будем резать ноги. Или он все время будет меня сейчас тут пасти. Мне бы добежать до сохраняши, выложить лишнее. Чует он меня. А вообще найти бы где-нибудь ящик, чтобы хоть эту отвертку открыть. Или в подвале там, может быть, дверь какая-то так открывается, не знаю. Столько выстрелов, и он вообще ходит. Это что такое-то? Нафиг я начала на нормале. Я его не вижу. Ты ушел, нет. А, нет. Ну что делать-то? Бежать тогда придется.
наверное. Сюда. Сохраняшу. Быстрей. Ой, слушайте, что-то проблема такая с хилками. С инвентарем. Так, там была аптечка у меня. У меня еще есть порох. Так что хорошо. Выложим пока фотку. Так, вот достаточно будет тебе места? Для дробовика. Это, считайте, с комбини. Будут патрончики. Ну, по идее, да. Так. Не знаю, даже сохраняться-то как-то тупо, потому что, ну... Все здоровье истратили. Ой, это дед меня достанет. Я вообще не понимаю, через какой промежуток он появляется. То есть... Нам дается на геймплей определенное количество времени. Или же он после какого-то скрипта появляется. Вообще не понимаю я. Вот так вот и сидеть здесь. Давай перезарядим. Мало патрошков-то, мало. 4-5 в запасе. Так, а сюда... А как мне положить тот? Вот этот вот. Смотреть. Подожди. А, вот его положили, мы выходим. Прекрасно. Так, сейчас мне нужно наверх опять в ту комнату бабушки забрать хилку, сразу ей похилиться. Если он там, сейчас я ему снесу башку тогда из дробовика. Что делать-то? Как он заколебал этот дед, ну реально. Конца игры ведь будет приставать, пока мы не поймем, что с этими людьми не так, и это как убить-то их. Так вообще, почему они такие неубиваемые? Ой, боже. Так, давайте с комбинем, с порохом. Отлично, 10 всего, 10. Стеваются надо мной. Так, ну и, пожалуй, я вот так возьму. Итого 9 патронов и 10. Это очень-очень мало. Да. Вот, подожди, что за лестница? Я непонятно, что это такое. Вон он там, по-моему, или что? Или кажется, мерещится. Так. Вон, ага. Ходит, по-моему, он там, нет? Ой, не знаю. В общем, я пошла сохраняться. Да. Блин. Подожди. Побежали, сохранимся. Тут я ведь не туда бегу-то, да? Да, точно. Я бегу обратно в главный зал. Вот оно, сзади. Думаю просто уже о том, что, блин, как подвал-то проходить. С тем, что я имею. Так мало всего. Ключ скорпиона. Я вот не знаю, в подвал его брать с собой, нет. Отмычка тоже пригодится. Эту пока выкладывать не будем. Я хоть с ней покрепче. Патронов очень мало. И два всего места. Ну, одно для пороха, допустим. И два... слота. Да, не шикарно. Ну что ж делать. В общем, пойдем тогда в подвал уже в следующей серии. Что-то как-то страшно. Ой, жутко. В следующей серии пойдем там, да, обследуем. Вообще интересно, дамаг сильный, нет? Что-то я переживаю, что мне не хватит патронов. Я надеюсь, что я их буду там находить. И спасибо вам, ребята, за просмотр. Увидимся. Всем пока.